Приветствую всех у себя на канале, с вами я, Дмитрий Бидоров. В этом видео мы будем делать нужный монтаж для ловли поплавочной удочкой. То есть, одно видео есть на канале такое, со съемным поплавком. У меня это сальма, 4 грамма. Поплавок съемный, то есть, с двух сторон и посередке надета изоляция. Если изоляцию сдернуть, то поплавок снимется. Это на тот случай, если я захочу, например, поменять поплавок. Плавки сальмы мне вот такого, такой категории довольно нравятся. Очень удобные. Ловить хорошо при любой погоде. Это не реклама плавков, потому что ссылок на AliExpress магазин вы не найдете. Это я так, для информации. У него длинная антенна и на ветру, если, например, погода ветреная, он довольно хорошо стоит. Ну, так как ничего не бывает вечно, весь свой монтаж этот донный я посадил на кусты. То есть ветер дунул, у меня все улетело. И все зацепилось. Для этого нам понадобится сделать грузик сначала. Мне понадобится обычный листовой свинец, вот такой. Но листовой свинец очень тугой. Его нужно будет разбить молотком. Он будет намного тоньше. И после этого, когда мы разобьем, края будут неровные, обрезать и загнуть в трубочку. В качестве, да, еще нам понадобится рычажок такой. Но сначала нам надо загнуть наш с вами свинец. Поэтому, когда мы разбиваем молотком свинец, он становится очень мягкий и очень легко заворачивается в трубочку. То есть вот так. Я взял проволоку, потому что жестко у меня тонкая и хочу сделать отверстие не очень толстое. Как видите, даже если я начинаю сгибать, он сгибается как бумага. В принципе. То есть заворачиваем вокруг проволочки. Так. Напомню, это поплавочный монтаж для ловли со дна, то есть когда мы ловим в донной местности. То есть после этого, как видите, у меня все получилось. Косяк. Вот так. Теперь сжимаем это все дело постельно, чтобы у нас получилась так называемая трубочка. Трубочка из свинца. Теперь, что касается самой огрузки поплавка, вот когда мы сделали такую трубочку, чтобы она не была слишком большая, очень легко сделать. Достаточно просто взять поплавок, вставить его в грузик, взять баночку с водой и отпустить. Если у нас грузик слишком большой, то можно его потом спокойно обрезать. Естественно, это делать надо дома, не на рыбалке. После этого берем леску. И пропускаем отверстие. То есть получается вот такой бегающий груз. Но я бы еще вот эти края на этом грузике обработал. При помощи обычного напильника, либо при помощи обычной наждачной бумаги. Наждачку я забыл.
Итак, вот такой у нас получается аккуратный грузик. Я уже говорил, как замерять все это дело по поплавку. То есть я вес свой знаю, поэтому я теперь... Вот так. Ой, не попал. Да, еще надо учитывать то, что мы привязываем с вами верхлюжок. А вот теперь, потому что удочка у меня поплавочная, она как со съемным поплавком, как бегающим грузилом, так и съемным, съемным грузиками. Со сменным отводком. Далее привязываем поток. Убираем. Так, лишний вес выбираем. Итак, вот что у нас с вами получилось. Сюда мы, к этому самому петлюшку, мы привязываем обычный отводок, кстати. И что нам мешает, например, сейчас покажу. Вот, допустим, я решил поставить отводок сюда. Ну, это так. Лёску взял потолще, чтобы видно лучше было. Мешает поставить нам, что мешает нам поставить, к примеру, подпас. Вот. То есть, когда наша затяжная петля затянется, вот у нас получается монтаж своего рода. Ну, петельку. Я так делал, поторопился, вообще. Например, поставить сюда какой-нибудь маленький грузик, если нам понадобится, чтобы отводок, к примеру, не поднимало. В случае зацепа отводком мы теряем, опять же, только отводок. То есть, вот вся эта конструкция, так, это немножко съехало, вот, так должно быть. Вот, вся наша эта конструкция по ветружок, она остается с нами. Мы теряем только вот этот самый отводок с подпаском. Вот, в принципе-то, и все. Вот такой получается нехитрый монтаж. Это мой вариант. Поэтому, точнее, не то чтобы мой вариант. Именно при помощи вот этого монтажа я ловлю рыбу. Монтаж мне нравится. Кому не нравится, например, вот такой бегающий грузил, вы можете спокойно наставить обычных маленьких грузил, глухих. Но плюсом является этого монтажа то, что когда, например, мы ловим со дна, что там, какую-то рыбу, независимо какую. Когда наш поплавок находится в боевом, как говорится, дежурстве, а грузик лежит на дне, то когда идет, то есть когда рыбка хватает нашу наживку, например, да, так, то поклевки становятся очень чувствительны, так как грузик, он находится, то есть так как груз бегающий, ёкарный бабай, блин. И в результате рыбе ничего не мешает, ее ничего не напрягает. Когда у нас здесь стоят подпаски, глухие, допустим, и мы ловим со дна поплавочка, да, что-то донное, то рыбе, когда она дергает, ей понадобится, как говорится, дернуть еще вот эти грузила, которые огружают поплавок. А в данном случае, когда вот находится все это дело вот так, к примеру, то грузило наше с вами, оно бегающее. И в этом монтаже есть, давайте повторимся, ряд преимуществ. Первое, в случае зацепа мы теряем отводок. Второе,
бегающее грузило, которое никак не напрягает рыбу, а наоборот усиливает любую даже маленькую поклевку, показывая точнее на поплавке. И третье, это сам поплавок, съемный поплавок. Естественно, имея грузило, вы, если не захотим снять поплавок, то ставить нужно только с такой же 4 грамма, то есть имеется в виду по весу 4 грамма. Естественно, если поставите меньше, то придется грузило убирать, то есть уменьшать. Вот такой нехитрый монтаж, полностью сделан в сборе. Ссылочка есть на обзор того монтажа. Я оставлю точнее под этим самым видео. Если вам видео пригодилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Дмитрий Бутров, и канал Рыбалка в студии.